think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, сегодня у нас очередной роллинг. Давненько я уже не роллил, добрался до роллингов. Кидайте заявочки в телегу, либо пишите в ВК, в личку. Ну не в группу, ребят. В группе я там пока не сижу. У меня просто чисто физически времени не хватает на все. В общем, аккаунт моего подписчика Романа. 57 тысяч самоцветов. Аккаунт, судя по всему, донатный, до Минотавра он не дошел, но уже есть Зефир, в принципе, дофига всего есть. А нет, не дофига. Поехали, посмотрим. Паладина нет, одержимого нет, да ладно. Его ж можно собрать. Одержимый, Дракос, Дама Холода, Сюкуб. Да ну, это что-то, это вон, походу. Еще один Зефир. Да, не, одержимый есть. Странно, а что не открыл? Я думаю, вряд ли там у него все места прям забиты. Не, забито 116. Странно. Зачем фараонов столько? Друидов, ниндзиков. Ну, ниндзики, ладно, для сил. Не, ну это вон. Очень много ненужных героев. Потом дойдем до алтаря, посмотрим. В общем, окей. Странный аккаунт, честно скажу. В плане того, что, блин, солнце слепит. Не зима на улице, а весна уже начинается. Странно очень. Как-то очень странные какие-то у него прокачки героев. В общем, окей. Поехали, будем пробовать вытащить недостающую. Он хочет очень... Даму Холода. Коллекционер у нас, кстати, ну я не знаю, этот коллекционер. Вот мы забрали, уже собрали. Такое себе. Дама Холода, конечно, это было бы вообще четенько. Давненько я уже не выбивал недостающих героев. Одержимый еще один, вот пожалуйста. Я не знаю, что он его не качает. Он в любом случае для силы нужен, для прокачки. Друид. Ну, что-то я сегодня уже ролил Драка с заклинательницей. Честно скажу, дроп мне вообще не понравился. Друид Сноу. Рыцарь. Одни магазинные герои. Королева Ос. Афина. Ну, уже хоть что-то более-менее начало падать. Суккуб. Ну, смотрите, мы вытащили с вами ниндзик. Именно тех недостающих героев, которых ему не хватает. Но я не знаю, что он так пооткрывал. Сейчас мы будем смотреть алтарь. Поехали пока в рейд. Но это, конечно, вон. Я не знаю, нафига столько героев. Они, по сути, бесполезные повторки эти. Просто непонятно. Ну, у каждого свои заморочки. Но реально, можно было другими героями прокачать силу, и пользы было бы больше. Пока непонятно ничего. Так, окей. Еще раз чекну. Тритон, Суккуб, Дама Холода. Ну, тут да, Дама Холода надо. С недостающих. Ну, в таких вариантах, как по мне, лучше уже тогда просто ждать момента, когда ее будут продавать. Хотя, у нас на английском сервере... Реально просто как-то ее очень дорого продают. Еще один одержимый. Нет, что-то сегодня на русском сервере. Бигфут. Дед Мороз ПБшка. Укротитель. Вроде и падает. Еще один Бигфут. Не, ну это жестко. Считайте, мы 27к слили. 6 слизней только собрали. Офигеть. 27к, ребят. Это просто жестко.
Нормальные у него, кстати, противники на его силе. Вон с зефирами бегает, тут все обычные герои стоят. Так, окей, поехали. Бум, паладин одержимый. Не, ну это просто... Это просто какой-то трэш, реально. Без донаты тоже плачут. Точнее, донаты тоже плачут, но это бред. Душегуб. Атлант. Я офигею просто. Ниндзик. Хранитель. Ну, хоть хранитель. Фея. Ронин. Ну, Ронька... Вот Ронинов надо качать для силы и вообще, если планируешь что-то забивать, нету смысла тех героев прокачивать. Ну, не знаю, блин, ну жестко, жестко, дофига падает лех и магазинки. На таких аккаунтах я уже сколько раз говорил, если у вас есть возможность... Не надо ролить, ждите лучшие моменты, когда этого героя там будут. Он все равно неделя-две будет за копейки продаваться. Это жестко. Интересно, что у него по осколкам? 189 лисицы, божество. 50 собрано. Душегуб. Ворожей. Интересно, что по студеным у нас. Не, ну мы должны за 57к собрать 12-15. Ну тут однозначно за 16к. Ну нам надо Фрея. О, это нормально. Давненько, кстати, Фрея не падала. Один студеный. Медузка. Триантик. Жестко. Дед Мороз. Паладин опять и командора. Офигеть, ребята. Оккультист Валентина. Ну, оккультист это, конечно, имба. Тыковка. Бог грома Купидон. Я в шоке. Еще один оккультист. Да ну вы гоните. Это просто жесть. 14-15, ребята. Ну, ход конем, как обычно. Не, ну это, конечно, жестко. Я, честно говоря, в шоке. С такого дропа сегодня мы сделаем самый правильный ход конем. Почему вы сейчас увидите. Так, есть. Отличненько. Чик. Чик. Чик-чик. Это у нас музычка закончилась. Сори, ребят, телефон. Сразу же два музончика. Ладно, далеко к нему идти, потом посмотрю. Поехали, попробуем добить. Хранитель Ледяха. Не, это жесткий роллинг в конце особенно. Леди Лео. Ну! Просто тупо. Тупо просто не дали. Не дали дособирать одного слизняка. Но! У нас есть обалденный шанс, ребят. У него, кстати, купона нету. Был бы у него купон, ему пришли, либо он забирал уже купон. Обалденный шанс собрать лисицу. У него 189 осколков. 189. Чик. Бум. 2. Бум. 1. 192. 193. Ну. 198. Это жестко. Это реально очень жестко. 198 осколков. Блин, жесть. Это трэш полный. Давайте посмотрим, что у него по героям. Такой вариант неплохой. Маскировку бессмысленно качать. Пакт тоже бессмысленно. Фрея вальс можно убирать. Стрелок пойдет. Ворожей огненку лучше бы вкачал. Пойдет, но лучше бы огненку опять же вкачал. Истинную веру эмблемой лучше ставить. Но если нету, то и такой вариант тоже подойдет. Это бессмысленно.
Это надо тоже перекачивать, тоже перекачивать. В общем, здесь беда с талантами, я так понял. Конкретная. Жесткие таланты, ну, много талантов надо реально переролить. Переделать, переролить, потому что это, конечно, печаль. Печаль еще та. Да, таланты бедовые. Блин, ну чё, ребят. Поехали, проверим удачу. Один или два? Сука. 199. Просто эпик. 199-200. Ну что я могу сказать? Это просто IGG, это русский сервер. Пишите комменты, ставьте лайки. Все, что мог, сделал. Но это, конечно, красиво было сделано. Всем удачи, всем пока.